Здравствуйте! В эфире программа «Новости Большого округа». В студии Екатерина Дубровина. И вначале коротко о главном в этом выпуске. Для выполнения боевых задач Максим Красноцветов передал автомобиль для наших бойцов в зону СВО. Лучшие из лучших в Пушкино подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Педагог года». Стройность и красота. Почему эти понятия неразрывно связаны друг с другом? Ответ в нашем сюжете. Об этих и других событиях в информационной программе «Новости Большого округа». По распоряжению губернатора Московской области Максим Красноцветов передал автомобиль для наших бойцов. Ключи от машины глава округа вручил лично участнику спецоперации из Пушкинского. Как у вас настроение? Безумно, скоро ехать. А ехать скоро обратно в зону проведения специальной военной операции. Сегодня ключи и документы от этого автомобиля глава округа Максим Красноцветов торжественно вручил жителю нашего округа, участнику СВО. Машина необходима для выполнения боевых задач. Сегодня по поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы вручили автомобиль нашим ребятам, которые выполняют свой долг, которые защищают нашу родину. К нам обратилась его супруга, сказала, что есть такая потребность, и на сегодняшний день вот в торжественной обстановке мы вручили, подготовили этот автомобиль, привели его в порядок, купили, перегнали. Вот, на сегодняшний момент, как бы, я уверен, что первое внимание, забота и, ну, и сам автомобиль внесут маленькую нашу такую скромную лепту в наше общее дело, в нашу общую победу. А мужу для выполнения боевых задач нужна машина, вот, и попросить помочь. Администрация откликнулась. Большое спасибо ей за это, конечно, что нашли машину. Муж подобрал, какую ему нужно, и купили, предоставили. Евгения Коломийц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Завершился муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог года». 7 победителей наградил и поздравил глава округа Максим Красноцветов. Яркие, энергичные, влюбленные в свое дело. Это финалисты ежегодного конкурса профессионального мастерства «Педагог года». Церемония закрытия муниципального этапа прошла в Пушкино. Порядка 90 работников сферы образования округа приняли участие. По итогам было отобрано 30 финалистов. Победителей в каждой номинации наградил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Я хочу сказать всем спасибо. Спасибо за ваши отношения, за то, что вы вложили силы, вложили душу, проявили себя. И, конечно, отдельные слова благодарности я хочу сказать нашим финалистам. В этот день поздравить финалистов пришли заместители главы округа, сотрудники отдела образования благочинной церкви Пушкинского округа иерей Василий Ковальчук и председатель совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула. Для каждого это, наверное, какое-то испытание, какая-то новая энергия, к которой надо стремиться, к которой надо идти. Я очень рад, что вы получаете эти знания, достигаете целей. Участие принимали не только учителя, но и воспитатели, логопеды, дефектологи. Также продемонстрировать свои навыки смогли и руководители общеобразовательных организаций или их заместители в номинации «Менеджер года». В сфере образования не бывает случайных людей. Все они горят своим делом. И участники это в очередной раз доказали. Мне всегда нравилось видеть, как другие развиваются. Я очень быстро нахожу общий язык с детьми. И мне нравится видеть их улыбки, когда им рассказываешь что-то новое, интересное, когда их увлекаешь чем-то. Ну и сам ты, соответственно, развиваешься, чтобы им тоже было интересно. Я, наверное, хотела стать всегда действительно педагогом, но не всегда знала об этом. И мой классный руководитель действительно мне помог в этом. Я пришла работать в нашу же школу. Сейчас меня поддерживают мои коллеги. Этот конкурс проводится в целях выявления талантливых педагогов, их поддержки, поощрения. Все участники не только показали себя, но и смогли многое узнать. Важно создать некий дух соперничества в наших педагогах для того, чтобы каждый из них мог проявить себя, свои лучшие качества и сделать такой
задел на предстоящие периоды, заявить немножко о себе. И, безусловно, самая важная победа для любого, для педагога, для любого человека – это победа, конечно, над собой. Победители муниципального этапа будут представлять наш округ на региональном этапе конкурса. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Четвертого марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 650 миллионов взрослых старше 18 лет и более 120 миллионов детей, страдающих ожирением. Какие факторы обуславливают развитие проблемы и как вернуть себе стройность? Об этом в нашем материале. Сегодня в кабинете по ЛФК делятся секретами для поддержания тела в здоровом состоянии. Для тех, кто стремится к хорошей форме, не только спортзал, но и этот кабинет – настоящий дом, где реализуются мечты о крепком здоровье. И раз, два, три, четыре. Отдыхаем. В кабинете несколько тренажеров. Одни помогают в укреплении мышц спины, осанки, другие – в коррекции плоскостопия, вальгусной стопы и не только. Упражнения на коврике, в свою очередь, не только способствуют поддержанию мышц в тонусе, но и препятствуют набору лишнего веса. Для того, чтобы не набирать лишний вес, хотя бы раз в день по полчаса человек должен заниматься лечебной физкультурой. Особенно женщинам, так как мы таскаем сумки, мы ходим на работу, мы долго сидим на кресле, на работе, в одной позе. Поэтому наши руки, ноги нуждаются в движении. Подобными упражнениями при желании можно заниматься, сидя на работе. Просто нужно подобрать необходимый комплекс занятий. При этом значительное внимание нужно уделять питанию. Врачи советуют помнить о главном. Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. Фастфуд, все, что связано с большим количеством масел, термически обработанной пищи в виде жарки, да, соответственно, это все будет очень вредно и, соответственно, приводить к быстрому набору веса, появлению инсулинорезистентности и прочих с ними связанных осложнений. Врачи предупреждают, что лишний вес в любом возрасте опасен. Это чрезмерная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, суставы, позвоночник, связки, а также внутренние органы. Но бросаться в омут тренировок тоже надо с осторожностью. Например, если вам немножко за 40, то ждать невообразимых чудес не стоит. Физические нагрузки, конечно, улучшат качество тела, конечно, подтянут. Но никуда не денется лишняя кожа, никуда не денется все равно определенная дряблость, поэтому здесь к этому нужно идти долго, планомерно. Все эти новомодные диеты, которые сейчас говорят 10 килограмм за 10 дней, это категорический риск для здоровья. Напоследок врачи подчеркивают, что любая физическая нагрузка должна быть регулярной. Например, лечебной физкультурой рекомендуется заниматься один раз в день по полчаса. Иван Чинаев, Александр Корнеев, Анна Белова. Новости Большого округа. Котики во всех своих проявлениях, и не только они. Мастер-классы, выступления творческих коллективов и другие сюрпризы для жителей округа. В библиотеке имени Горбунова состоялся яркий фестиваль «Мартовский кот» от города мастеров. Танцевальные и вокальные коллективы, мастер-классы. Так в Ивантеевке проходит ежегодная выставка «Город мастеров». Организаторы отмечают, что в этот раз желающих посмотреть на вручную изготовленные изделия заметно больше. Мы попали на разные сложные ситуации, на период пандемии, на период проведения специальной военной операции. Конечно, это очень сказывается на покупательской активности, на посещаемости. Вот сегодня у нас очень много людей. Надеюсь, что завтра будет людей не меньше. Все-таки весна, и людям хочется праздника, хочется радости. Все участники – мастера-ремесленники с Пушкинского округа и соседних городов. Все изделия ручной работы, начиная от вязания и заканчивая куклами. Условия для участия, с одной стороны, простые, но могут вызвать сложности у тех, кто занимается своим делом на любительском уровне. Участвуют мастера, которые именно занимаются на потоке изготовлением товаров ручной работы. То есть это не просто какой-то любитель, сидящий дома, а именно мастер, который на этом зарабатывает деньги. По
После подачи заявки организаторы озвучивают определенные условия для участия. И если ремесленник соглашается, то его ждут на выставке. Для мастеров это шанс не только заработать деньги, но и прорекламировать себя и свои изделия. В этом году город мастеров отмечает юбилей – 5 лет. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Мария Головачева. Новости Большого округа. Преимущественно облачная погода ждет жителей округа на этой неделе, обещают синоптики. Во вторник, 5 марта, температура воздуха не поднимется выше нуля, а днем возможен дождь со снегом. Ночью похолодает до минус 8, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях. Во ВКонтакте, в Одноклассниках и на Дзене. Также регулярно обновляется и наш телеграм-канал «Новости Большого округа». И на этом у меня все на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и хороших новостей.